Ну вот и новый марафон подъехал на прем 9 уровня. ОЗ 114, Китай. Те же 10 задач, те же 10 этапов. Общая суммарка всех 10 задач, если проходить на усердие, 264 тысячи опыта. Ну, как и на прошлую девятку, в принципе, задачи те же самые. На мастерство несколько задач более-менее простых. Все остальные довольно-таки упоротые. Вот. Сказать, что это будет легко, ну, такое. Может, как всегда, киберкотлеты и быстро пройдут это все. Но в целом будет очень сложно и предстоит опять 10-дневная, 10 дней идиотизма в рандоме. Живучесть 2300 на 9 уровне. Это просто дичь. Дичь какая-то. Незаметность 7,7. Триста девяносто базовый обзор, 720 данных связи. Три выстрела в минуту. Экипаж 4 человека. Двести шестьдесят шесть, 530. При такой перезарядке, конечно, лучше бы они его сделали не ТТ, а ПТ. Было бы более понятно. Больше опыта и опыта экипажа, больше кредитов за каждый бой, боны, бесплатная пересадка экипажа. Такое. Как-то так.